Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас, как обычно, утренний обзорчик, предновогодний день, утро. У кого-то уже, наверное, Новый год скоро наступит или наступил, не, но вроде, да, у кого-то, может, уже и наступил. В общем, поехали. Русский сервер, как обычно, вы помните, что у нас на Новый год ни хрена не дают, и, в принципе, в этом году ситуация повторилась. Халявы на русском сервере нет. Просто печалька. Ну, обычные стандартные наборы со скинами. Старенькими. И старенькие, и новенькие. Ну, такое, я не знаю. Никакой халявы нету. Подарочки от AVR. Базар, рулетка. Опять же, она донатная, чарующие изменения, бонусы. Открыть сундук. О май гад. Тоже донатное. Возвращение домой и магическая рулетка. Могли бы хоть что-то сделать нормальное для людей, но увы. Даже никаких плюх не дали. Они забили просто хрен. Это, по-моему, не только, ну, это только на русском сервере и на некоторых серваках. Я вам вчера сделал видос, кто не смотрел вчерашний веселый фам-стрим, будет у вас после этого видос, где просто многие, наверное, охренеют от того, что делают на некоторых серваках. Так, у нас сегодня спринт. Ну, такое, здесь не меняет по сравнению вот на английском сервере, там, сумки с лисом давали за большие, на айсе, точнее, на английском, видите, ничего не дают. Купон спиннер. Видите, заклинание сегодня кручу-верчу, все равно работает. Конец года. Коллекционер. Этот уже потрешивал. 100к кулаков дают. Давайте пару раз зажмякнем, потом за 400. Ребята, за 450 попозже на русский сервер я вернусь обратно. Космо. Ну, я смотрю на этого Космо, это такое, знаете, за пару тычек. Суккубчик. Криантик. Ну, тут самое ценное — это ведьма. Потому что мне как раз не хватает там порядка 150. Лазуля, Бигфут. Мне не хватает для этого. Девять-пятнадцать. Ладно, потом зайду до роли. Ионок. Купон. Так, это все хорошо. В общем, ничего такого нету по рынку. Каким-то образом тоже нету пака за 100. Вот начиная от 5 есть. Может, попозже добавят, не знаю. Но обычно нет, не делают так. Но, как видите, обычные стандартные пакеты. Ни хрена толкового нет. А, поехали. Чекнем немецкий сервер. Что у нас на немке? Что, заведу на АЭС. И пойдем смотреть прошлый видосик и бить за 450. Такс. Ну вот, вчера был, кстати, неплохой пак. 30.12.2019 за один самоцвет. Даже так, все равно это плюха бесплатная, скажем так. Это, наверное, плант. Да. Ничего нету здесь интересного сегодня. Может, в 10 обновят, посмотрим. А, так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали на Тайвань еще глянем. На Тайване, в принципе, могут
раньше обновить акции плюхи. Сбегаем на iOSик. Ну, как видите, у IGG нету понятия там Новый год, предновогодние. Тоже нету акций. Я помню, вспоминаю прошлый год, и это реально точно так же все было. Половину акций вообще не, ну, половину итема, к которому мы привыкли. Никакой халявы, ни хрена. Вот это вот напоминает нам IGG прошлый год и этот год. Один в один. Просто на Новый год они забивают. Ну, раздать хотя бы какие-то плюхи, блядь, не знаю, хоть что-то дать. Но на некоторых серваках, я не знаю, то ли они заранее уходят праздновать, и им просто нельзя сделать наперед, включить кнопочку. Ну, вот такое у них отношение, ребятушки. Так. Теперь вам сейчас покажу, что у нас есть на АЭСе интересного. Чик-чик. А на Айси у нас просто зеленое поле, зима прошла. Так, возвращение домой, сокровищница, рулетка. Конечно, рулетку я сбегаю, надо крутануть. 200 книг, я считаю, вообще отлично. Магазин скидок есть, и причем такие интересные магазин скидок, посмотрите на... На английском сервере дают 9 редкие эмблемы, здесь дают 10 уже давным-давно. Плюс нормально так печенье дают. Ну, здесь прокачаться в некоторых моментах даже проще, нежели на английском. Ну, дешевле, скажем так. Вот 10 эмблема ракушки за самики. А почему бы и нет? Поехали посмотрим, что по рынку. У них такая же шляпа, как и у нас. Так, за полпака. Мелкий, совсем мелкий. Да, нету у них большого пака. Один в один прошлый год. То есть то же самое. И накопление есть. Ну, накопления довольно-таки, я вам скажу, неплохие на английском сервере. Понятно, мне как обычно не хватает. То есть паки, набор снабжения довольно-таки хороший. Ну, а так, в принципе, все остальное один в один по акциям. То есть они копируются. Такс. Собрать. Получить. И жмакнуть за 450 еще здесь. Идем, как обычно, определил. Идем на наш русский сервер. Жмакать за 450. This is the future. Human error. Кто не знает, что это такое, это 450, это не имеет отношения к еженедельке. Еженеделька, само собой, это дополнительно. Чик, королева гарпий, циклоп и кристаллический эктоплазм. Вот такой вот у нас сегодня наборчик. Так, поехали. Так, вот наш... Я вам открою. Поперетаскиваю все. Вот наш вчерашний видос. Комментарии. Ну, кстати, я заметил, что в спам не особо так часто кидает сейчас, когда вы пишете разных героев, то есть спама не особо много. Да, прогрузятся все комментарии. Это, по-моему, под видосом самим больше комментариев, нежели здесь. Ну, пора
60 комментариев. Сначала новые. Батя, 21 минуту назад. Тебе тоже не спится. Так, ну давайте попробуем просто через Ctrl-F. Ищем гарпию. По-моему, гарпии нет. Я сейчас пересмотрю еще на всякий случай. То есть, ребят, что вам надо оставить? Оставить просто 3 героя, которые могут выпасть за 450. Все. Так, наемный. Морозная, панда, слизняк, тыква. Палач, панда, шаман, ппшка. Видите, сегодня нам упала лего за 450 на русском сервере. Все уже пишут синих. Вот пару дней у нас падали синие и зеленые герои, слизни. Сегодня у нас упала лего, вот Дракула. Не, ну вряд ли, оно бы поставило. Игра стала полное говно, без донатом поделать ни хрена. Про, я тебя разочарую, я тебе покажу некоторые серваки сегодня в следующем видосе. Так, морозница на нимке. Вот активация возвращения домой, королева змей, шаман, палач. Нету тут у нас гарпии, оно бы нашло. Просто уже так перечекаю. Королева, циклоп, слизни, юная убийца. Ну вот видите, сегодня, ну, я не знаю, сложнее, наверное, когда лего выпадает, лего сложнее выпадает, когда синь, в основном синий зелень падает. Ты побрился и стал похож на ребенка. Есть такое. 3 слизняка. В общем, вот так вот, ребят. К сожалению, никто пока не угадал. Двигаемся дальше. Под этим видосом пишите, угадывайте. Вот мне интересно, когда кто-то угадает. После Нового года будем повышать уже ставки, если никто не угадает. То есть сейчас мы разыгрываем Огника. Все, что вам надо сделать, написать просто 3 комментария. И все. И написать свою айдишку. Ну, все как обычно, там дальше вы знаете, что надо делать. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. IGG, как обычно, ни хрена не сделала. И ждите видосик. Лапка здорова. Попозже с нормальными подарками от IGG. Все, всем удачи, всем пока.